Один хрен, но не понимаю я. Зачем он тебе нужен? Кэп, да чтобы был. В коллекцию, так сказать. Мы ж как-никак варфейсники, ветераны. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Морти, а также капитан Очевидность. Мы сегодня будем выбивать ВССК выхлоп. Зачем, сам не знаю. Снайпером практически не играю. Но мало ли, пусть будет. Вдруг у меня захочется много играть город-призрак. В принципе, карта классная. Не знаю, правда, что там записывать, но может быть на нарезочку. А почему бы и нет? Итак, приступим. Ну, сами понимаете. Стадник, помоги. Да, обычно это раньше помогало, но это были времена стадника. Сейчас, конечно, ребят, все иначе. Но кто знает, а вдруг? Сука. Да. А вы знаете, самое интересное, столько говоришь, типа, стадник уйдет из игры, и игра станет хуже. Но мне кажется, как бы это не связано вообще со стадником. Она, в принципе, как бы туда и шла на самом деле. Стадник пошел в Wargaming, и там не стало лучше. Да, там появился калибр. Так что, в принципе, я не знаю, на самом деле, с уходом этого человека наша игра больше потеряла или же приобрела. Да. Но пока что я точно знаю, что я не приобрел себе выхлоп. И это меня очень печалит. А в связи с тем, что в настоящее время мейл как бы... Аппетиты растут. Да, аппетиты у них очень растут. Прям хорошо я заметил. То ниша... Сука. Зря наговаривал. Шутка, не зря. Блин. Я выбил, получается, выхлоп буквально тут. Туда-сюда, как бы, вообще херня полная. Приятно. Вот она, сука, нагибная пушка. Рачки будут визжать и кричать, но им никто не поможет. Да. Эх, душевно. Я думаю, что это все-таки на призрак мы сбегаем и хорошенечко там с ней понагибаем. Ну, в общем... Такие пироги, в принципе, вы знаете, ну по-божески, легко мне выхлоп достался. Я думал, что как обычно уйдет 4-5 тысяч кредитов. Но на этот раз повезло, и я очень надеюсь, что, друзья, также повезет вам. И вообще надеюсь, что в принципе вы не будете тратить свои деньги на пиксели. Ну, там уж как получится. В любом случае, так или иначе, если данное видео вам понравилось и вы рады за меня, как бы... А чё ж за дурака не порадовал? Да. То ставьте лайки, пожелания, как хотите. Яйки чешите, это обязательно. Яйцо почесал и выхлоп вообще с 5 коробок на изи золотой и как бы... И деньги вернут, да. Вступайте в нашу армию, нагибайте все. И мы увидимся.